Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим ароматное, сочное и невероятно вкусное мясо на все случаи жизни. Рецепт, как всегда, под видео, а я начинаю готовить. У меня свинина, кусок довольно постный, жировая прослойка тоненькая. Для этого рецепта также хорошо подойдет и шейный карбонат. Сначала мясо надо натереть хорошо со всех сторон солью и черным перцем. Теперь готовлю маринад. Паприка, сушеный чеснок, орегано, кориандр, растительное масло. И просто все перемешиваю. Вот такой красивый и ароматный получился маринад. Теперь надо им хорошо смазать мясо со всех сторон. Свинину перекладываю в пакет для запекания, конечно же пакет завязываю и сделаю несколько проколов зубочисткой, чтобы пакет в духовке не лопнул. Запекаю мясо при температуре 180 градусов 1 час. Через час разрезаю пакет и образовавшимся соком поливаю мясо и ставлю обратно в духовку, чтобы оно подрумянилось еще минут на 5-10. Друзья, посмотрите, какое сочное и вкусное получилось мясо для ужина и на праздничный стол, и гораздо полезнее колбасы на бутерброд. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита!